думаю, открыт фикс-прайс. А я иду и думаю, вдруг закрыт. Вдруг не открылся. Нет. Работает. Так. Так. Ну что, будем смотреть. Так, это все. Открыточки. Так. А какие лампочки симпатичные. Надо взять. Так. Ну, это только черные. Чего новенькое? Шкатулочки. Что-то пустовато как-то. Так. Полочки вот эти, но они такие маленькие. Ну, что ты на них там поставишь, да? Вот так вроде симпатичные, но... А у меня такой есть вентилятор. Так, рамочки маленькие. Ну, какие 10 на 10. Маленькие. Так. А, все. Так. Умывальники пластмассовые. Так. Удобрения. Удобрения, украшения. Так. Так, 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 так. Мне надо. Сейчас вот такой гель возьму. Тут кончился. Я уже перестирала все, что можно у ребят. Так, что мне нужно? Мне бы нужен мячик надувной, но нет, не такой, а побольше. Ну-ка, это что? Вот он, мяч для фитнеса. Вот он. Ура! Ура! Ага. Ура! Нашла. Так. На рукавнике. Ой, очень хорошо. Ой, тут не пролезть. Не пролезть. Так, ну тут всякие. Для девчулечек. Сумки на пояс. Ой, господи, не пролезу никак. Так. Ой. Какие-то рюкзачки цветные.
рюмочки. Так. Так. Угу. Так, а тут что? В игрушках нет ничего интересного. Что можно было бы в цемент? Ладно. Что мне еще надо? Так. Ну, книгу я купила себе в дорогу. Так, тут что? Будильнички. Так, ну что, может быть, мне тут и скотч попадется. Нет, такого скотча нет двухстороннего. Жалко. Как он мне нужен? У меня есть, но не такой крепкий. Эти баночки стильные. По 149 рублей. Так, ну тут коробки складные. Я не люблю нетканый материал. Он очень быстро превращается в дерьмо. Вот такую бы полочку я бы взяла для обуви. Но у меня уже две огромные сумки. На все смотрю каждый раз. Каждый раз. Ну, тут всякие носки, трусы. Так, а это что такое? А это такая пижама комбинезоном. Захочет ребенок ночью в туалет, пока проснется, описывается. Я вот за это комбинезоны никогда не любила. В молодости тоже они были в моде. Но я поняла, что это неудобно. Шляпы. Носки. Ну и, в общем, я-то хотела. Это у меня уже все есть дома. Так. Я-то вот хотела скотч двухсторонний. Ну. Так. Посуда. Посуду же тоже не потащу. Но. А так бы вот такую взяла. Удобно. С ручечками. Все, девчонки, не купишь. Вести тяжело. Вот блюда какие большие, стеклянные. Стекло поубирали в темноту. О, какие на ножках здоровенные. Угу. Какой тоже на ноге за 99 рублей. А, вот такие я еще не видела. Рублей. Тяжелые они, конечно, стекло это. Ух ты, мам дорогая. Ну, это прям как раньше. Помните? Советские времена.
Так. Ну, как-то. И как-то. Вот такая вот маленькая есть. Так, ладно. Кружечки я себе такие купила. Так. Тут для диабетиков ничего нету. Я так думаю. Так, ну ладно, собственно говоря, и все, что я купила. Пойти крем посмотреть для рук. Руки очень сохнут. Что-то тут как-то не очень выбор в этот раз. Посмотрю. Взять, что ли, вот такой. Руки сохнут. Ладно, возьму.